Сифо, Сифо играем. Сифо. Давай, иди на меня. Ну, ёпта. Я могу вниз кидать? Блядь, не могу. А-а-а! Показатель добрый. В смысле? За шутки банить не будет, говори. Чё за шутки? За шутки банить не будет. Твич падал, чуваки, да. Там Твич падал. Все стримы упали резко, и поэтому 2 часа все. Что такое Амар Кошмар? Ну вот, да. Не-не-не. Давайте команду по скачиваю гитна, чтобы знать, сколько он спит. Ликотиен, так Ликотлен, да ты скажи спасибо, что тебя не пермач выдали. Чё ты начинаешь? Маленький. Давай, один на меня крабик. Пермач ты изи тут выдал. Ну не изи, это у Мэда изи пермач. Да, да что ж ты снизу-то постоянно вылазишь? Что ты как не человек? Второй, иди. Ну так, если честно, десятый прям. Ты косой взял, что спать. Ну, ты подъезд. Ладно, как упернать. Триггернулся. Оп. Оп, все, второй уровень. Вот, второй уровень. Ну да, действительно. Ноль жизней. Столько ты бесконечно, я надеюсь. Я уже... Я первый уровень тоже на ноль жизней. Мы это еще в пробке софткем. Еще в пробке. Так, это Урсула заморозила море. Осторожно. О, ледяное море. Ледяное море. Лёд очень скользкий. Сколько, 5 левелов? Вроде 5. Я на третьем. По-моему, 5. Там, наверное, потом будет жесть. Да нет, тут жесть. Он только у вас босс из двух форм, если я не ошибаюсь. А может, я ошибаюсь? Ну, я только помню первую её. Да? Ну, я не помню. Короче, может, одна форма. Ну, может, это где я? Надо было ловить. А, ну так я же могу это исправить. Или ракушка не спавнится? Нет, спавнится, спавнится. А, Амар Кошмар? Нет, наверное, не знаю. Вот ракушка, да. Не помню его тут. Ловить гряд можно даже если... Я не успел. Ну, не на время ловить можно даже если шарить. Да, это гид спит. Могла же сейчас подобрать за бочкой, ты пропускал и не ловил. Да ёпта! Да, две формы. Ну, а, блин, попробуй не в ту, а с другой стороны. А, ты шампунь. Да. Че, надо вот так вот? Да, и с той стороны. Прикосой. Ты даже так его поймал. Ой, Лайнесса, доброе утро. А вот это... А, это что такое? Это зло. Да, это рыбки с морозом. Я думаю, с другой стороны надо. Нет, сундук ближе. Нет? Ну, а какая разница, что тут у нас? Блять! Да, надо было с этой стороны, так бы она упала куда надо. Я вернусь. Это будет долго, но... Таймера все равно нет. Таймера нет, да. Так что можно. Выучим уровень. С этой, кстати, с хапушкой можно покупать все уровни спокойно. Взял бы хапушку по полу. Да ёпта! По-моему, спидранстрат. Да, с ней так и проходили. А чё ты всех рыбёшь? Доброе утро, Карасгар. Доброе утро. Бублик. Чё, он пустой? Да. Вот пидорство. Я так старалась. Сука, ну я не помню. А вот туда, наверное, в тыр надо было. Ну что, возвращаться за ней? Ну, можно вернуться, да. Ладно, я все равно насосу потом. Пора говорить, что уровень с вулканом сложно. Четвертый как раз там будет. Две ракушки. А, вот одна. Лера выспалась софткем, Гитман спит, ты, мускасы не спали. Я выспалась, ты не надо за меня, пожалуйста, отвечать. Ну, я хотел сказать, поспала.
кто-то другой сделал. Я не правильно. Не, ну мне норм. Я говорю, я просто еще, когда там кот приедет или там гид проснется, я просто пойду досплю. Я не думаю, что. Я думаю, что днем будет потише просто. Да, тут все четыре трапеза. Кот приедет вечером. Да, вечером, а днем у вас будет тишина и покой. Может, будет днем. Так днем вы сейчас спать ляжете. У меня силы нет. Да, да, вот. Как было возвращаться за ракушку? Ну ладно, все равно сейчас насосу. Рыбками вроде можно открывать сундуки. Нет, нельзя. Нет, нельзя тут ракушка. Доброе утро, ну, доброе утро. Круто на утро манку хавать, говорю. Здесь опять пустой. Приеду ее с ладстри. Ну как видишь, сидели до утра. И до сих пор сидит. И будем сидеть. Дальше. Я вот эти, по-моему, стреляют, кстати. Да. Фиолетовые. Так, внизу смерть, как я понимаю. Да, 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 из гостей ханди. Тут, так ты вот видишь, все на экране. Да, да, все здесь. Они можно подрать. Кольские сундуки-то. Диванус. Да слышь! Какого хуя? Я хотела его убить. А, ну надо было сюда донести, ну как бы до пососа. Да. А там сейчас еще один будет. А, нет, не будет. А, сейчас бот, по-моему, будет. Нет, еще. А, нет. А, ну вот на следующем будет. Сейчас опять возьму ракушку, короче, и. Она убивает только когда я вперед, да? Жмаю. Нет. Ну, перед ней. Да, перед ней тихо на это, но так. Я не верю этим сундукам теперь. Ну, а что делать? А ты все равно на. Отлично, три ренжи. Неплохо. Сейчас бы без силы это хотел. Толк-то, конечно. Фантомик ушел, да. Фантомик пошел спать. Фантомик ушел, сказал, поспит, вечером придет. А я в четверг буду днем, утром даже. Если вдруг ничего не поменяет, конечно. А, мож. Че, он же меня сейчас упадет? А, по-моему, рыбки будут падать, да. Бля, вот ты лес. А, вот, ракушка, и вот туда его. Он будет потом спавнить, кстати. Ну, вторая пошла. Блять. Почти. Да классно. Потому что звук слышно из колонок. Так-то. Почему звук игры только слышно из ваших колонок? Сколько раз его надо только ударить? А если на меня эта штука падает, то я... Да. Ой! А тебе скажи, бери. В смысле только из наших колонок? Нормально все должно быть со звуком, почему чисто что? Сколько раз? Это было три уже? А с... Олег же, по-моему... Все, что ли? Олег... Ну, лол, с первого раза прошла. Смотрите, звук от Несовского. Включали же по аккумулятору, блин. Чего обратно, нет? Да нет, он же слышно же. А, да. А, не включено сюда. Нормально все должно быть. Ну, открой ОБС, может быть там тихо стоит просто. Че, говорят, нормально стоит? Нормально. Ну, прибавь чутка. Да не надо. Ну, рили, ну смотри, половина. Я хз. Такое чувство, что слышно падает с колонны. Странно. Хорошо, это можно очень легко проверить. А нет, тихо. Смотри. Вот, я выключил колонки сейчас у нас. Вот у тебя звук идет. Ну, кстати, да, слышно оттуда. Да, да, сейчас. Кто-нибудь когда скажет, что выключил колонки? Все нормально, вы что, аутисты что ли? Просто колонки громко звучат. Надо их потише немножко. Все норм. Не надо громче. Все, все нормально. Так. Народ на верхней вебке хуже слышно. Ну, хуже слышно, потому что микрофон на нас. Да, да и меня не надо. Ну, типа стример основной, понимаете? Да, а мы так постепенно. Если они захотят, чтобы вы их услышали, они будут говорить громче, вот и все. Так что микрофон захватывает со всех сюда, сторон. Да, да, или да. А, ну вообще-то, подвиньте пивас просто от микрофона. Что-то плохое может тебя ждать. А вот вулкан. Ну, я третий левел с первого раза прошла. Тут есть кукушка. Нет. Потому что привыкла к геймплею, русалочка не усложняется почти. Да, ну как есть, так есть, ну только всякие... Такие, да, такие. Появляются.
Да, нет, подожди, акула была первый босс, баракуды второй или мудрец? А, я думала... Может, третий? Может, третий, сейчас я не помню, кто был. А, вот я тоже не помню, кстати. И пятый будет Урсула. Пятый Урсула, да. Ёпта. А, кстати, да, ты что ли в жизни была? Ну, так я прошу. Ну, только ты есть. А, у меня есть вопрос. Вот типа, сейчас проверю. Вот он вылезет, да, полетит. Ой! А, тут какие-то очки, по-моему. Это очки вот как раз по всем твоим редакторам, да, там тут очки даются. То есть мне нужно все-таки, чтобы оно вылазило. Да, в чате говорят, что тут будет морской конек. А, на который я буду точно, летать? Кстати, да. Нет, не, ну, босс, это, босс. Босс будет такой, да. Скакать. Желтый цвет, по-моему. Ёбаный. Давай, вылезай. Ну, вылезай. Там можно поплыть было бы так-то. А вдруг там что-то есть? Ракушка только, которая тебе сейчас уже не нужна абсолютно. Не. Потому что на следующий экран с собой не возьмешь, а тут сундуков нету. Справедливо. Давай, вулкан, взорвайся. Ёпта. А тут просто... Ванус. Да, и поплывай. Смей в первой, в каждом пикселе проверь. И... Там кто-то говорит, где-то там в сердце было, только я не понял. А где там? Только я не понял, да, про где это. Где? Я вот тоже в песках я стал, там в одном трубка была. Куда Бургер Кинг? Ну ёпта! Удачно, Лер. Сила, наверное, нужна. Посос мне не сила. 5% это много. Чё 5%? А, не... 5% что лучше не стример себе и продолжит РГГ после ремонта компа. Блядь. Вон. В песке, говорит, бывает сердце. Во втором яме, то есть это вот... Во втором яме перед входом в пещеру. А, ну это следующее, значит, тогда. Давайте проверим. Так что если сердце, это будет хорошо, кстати. Ну, Ванус, иди. Ну! Давай, взрывайся. Давайте сначала конька. Конька нафиг, а потом рыбу. Давайте копать. Там. Что, сердце, да? Да, сердце. Да, ну блин, тут не угадаешь, вспоминать, где что лежит. А так. Так, сейчас будет. Ну, значит, там бывает две полезные штуки, это внутри окошки и сердечки. Не, там еще была трубка. Это очки просто. Все, то есть они делают это... Блять, нет, я думал, он делает это 3 раза и все. Ну иди сюда уже, дай тебя убить-то. Он так будто... Вот пидор. Вот, на, Ванус. Наконец-то все-таки забанили. Ну, пишет, что у него под окном детвора скандируют. Лера, Лера. Ну... Слушай, закон, ну вот стой от меня! Закон пишет, что ты пропала на одном месте, а нужно вообще все перекапывать. Хорошо. Ты Лер нас затащит. Нет! Почти. Отлично. Сейфово играем. Так, что это за срань? Это крабик. Одно хп, ну конечно. Вам пишет, что у меня сложный период в жизни. Конечно. Лень усилилась, а сил не прибавилось. Конечно.
Ну я вангую, Флорен все равно запустит стрим под Новый год, где-то там 31 на 1. Я вангую.